выбьем из него дух викинга. Немножко поиграем по хулигане. Мы начнем сразу хулиганиста. Когтем бобра против норвежца. Международного мастера. Сразу его немножечко собьем с толку. Выбьем из него дух викинга. Пробудим Рагнара и других его предков. Но мы помним, как Рагнар закончил позорно в яме. Ну, хотя не совсем позорно, но закончил в яме. Где его ждало безрадостное будущее. Может быть, и такое же будущее ждет моего оппонента. Будем играть жестко. Мы считаем, что на кепке написано «Босс! Биг босс!» Готов задвигать до упора пешку. H3 и D5. Если ED, то слон бьет H3, я хотел съесть. Ну, возможно, это даже сейчас можно сделать, слон бьет H3. С другой стороны, а что, как, с какой стороны? Нормально. Тедл и C5. Да, подпортили структуру. Но с другой стороны, конь на H3 стоял не очень хорошо. Я вот тоже с этой точки зрения думал. Может, следовало дождаться, когда он на F4 выскочит. Там F6, G5, какие-то вилки были, но там конь на G6. Короче, некогда считать. И мы все знаем, что чаще всего я проигрываю именно по времени. Поэтому что мы будем искушать судьбу, тянуть? Давайте уже немножечко ускоримся. Здесь, кстати, вопрос, чем брать. Можно или ферзем, или BC даже, чтобы пешку к центру. В целом, BC мне также нравится вариант. Или в 3-0 уйти, съесть ферзем. Давайте ферзем сидим. Не знаю, хотя надо посмотреть в анализе, как лучше. Там были две пешки висели. Да, наверное, я слишком аккуратно опять сыграл. Просто знаете, я что хотел? В 3-0 уйти до хода e6, чтобы здесь слон этот стоял. Какая-то такая была идея. И почему-то она меня заманила. Заманила меня. Ну да, сыграем пока. Ну а 3-0 CD я хотел съесть. Какой-то такой был план. И слоги на c8 поставить можно. И e6 сыграть. Кстати, ферзь f5 шах какой-то есть дурацкий. Ну а CD сыграем. Теперь e6. Ну, мне казалось, что центр немножко здесь будет прослаблен. В целом, позиция в мою пользу должна быть, конечно. Коня на f5 ведем. Да, без пешки, но какие у меня фигуры хорошие, замечательные просто. Ну, слон c5 сыграем. На конь d4 я, конечно, съем. И ферзь c2 шах там впендюрю. Ну, просто у нас большой перевес, я считаю. Плюс по времени неплохо стоим. Можно было ферзь b6 сыграть, на c3 напасть. Теперь ферзь b6 сыграем, сюда нападем. Ну, можно даже такую позицию катать в целом. Я считаю, что очень перспективная позиция для нас. Отличный конь у нас. У нас слон e3, я ладья h4, конечно, съем. Не поскуплюсь, почему бы не отведать ее. Эту пешку в хозяйстве сгодится уж точно. Кстати, можно даже не убирать, потому что, ну, как бы, пока не висит. С другой стороны, конь d4 брать тоже стремновато. Как-то все связано будет, у меня перевязано. Немножко стремновато, да, так брать? Возникает вопрос, что же делать тогда нам в таком случае? Давайте ладью сюда подтянем. Тут надо ладью уже увести мне. Аккуратненько на c7, допустим. Или на c6 надо было, я не знаю, куда лучше. Просели. Где-то на d4, конечно, хочется взять. Где-то хочется оттяпать, отведать. Пока сюда. Чтобы не было связки этой идиотской постоянно. Шах дадим для профилактики. Ладно, пока сюда. И ферзя на b5 поставим, пускай тут постоит. Конечно, я тут ничего не согласен нигде. Будем поддавливать, так пытаться. Потому что тут я за пешкой h2 присматриваю, в этом есть плюсы определенные. Надо как-то немножко короля обезопасить, на всякий случай так сыграть. Я думаю, не помешает такое движение легкое. Пока сюда отойдем в оборону ненадолго. Давайте сюда пока. Сел, ладно. You've got a beautiful body. You've got a beautiful head. I want to make you my hobby.
Ничья, что тут сказать. Не смог я выиграть эту партию, к сожалению. Так, ну поиграем, ладно. Дают игру, поиграем. Дают игру, поиграем, ребят. Чё бы не поиграть-то, раздают. Блин, ну, честно говоря, ничейная позиция. Как бы флаг не выронить, да, еще здесь. Ничья, да, ну тут уже, тут нет выигрыша, если честно. Ну ладно, хотя бы одного норвежца потрепали. Будем считать, что это репетиция перед главным норвежским блюдом. Если вы хотите лучше научиться играть в шахматы, то приглашаю вас на обучающую программу «Школа победителей», где за один год вы сможете добиться первого разряда. Посмотрите подробности о курсе. Реально лучшая программа на текущий момент. Структурно подается информация от начинающего до уровня первого разряда. Кроме этого, вы получаете доступ к закрытому клубу и много других привилегий. Переходите по ссылке в описании и залетайте в лучшую обучающую программу. Так, давай, родной, делай ход. Погнали нормальные дебюты по вашим просьбам. Так, сыграем. Да, хорошо, что какой-нибудь 6 примов не сделал. 7 пешкой. Сюда выскочим. Где-то здесь на f5 посматриваю, плюс на коня c3, можно c5 убрать своего. Так, он хочет в эндшпиль. Видать, надо соглашаться на это предложение. Пока вилка грозит, ладья c8 сыграем. Хотя и 3-0 тоже не возбраняется решение. Ну, здесь в эндшпиле можно и короля в центре попридержать. e6 сыграю потом. Это более энергично буду действовать, он все-таки в развитии чуть подотстал. Конь d4 есть идея, напасть на две пешки. Правда, слон d3 ход их защищает с одной стороны. Ну ладно, попробую поднадавить. Если съест, ну хотя бы я одного из слонов заберу, уже неплохо. Он потом слон d3, наверное, сыграет, и e6 как-то так будем катать. c4, ну окей, пешку съели с кайфом вообще. Это мы с удовольствием приветствуем такие решения от соперника. e6 сгоним коня. Такие решения мы рады видеть. Она ладья c7 поаккуратнее. Ладья c6 там где-то... Хотя может это ладья c6 можно сыграть. А, ладья c7 просто чуть поаккуратнее сыграю, потому что где-то там... Мне мерещится, что слон может выскочить быстро, и неприятности у меня будут, поэтому просто... Ну, во-первых, так могу сыграть. Конь все-таки здесь как заноза такая стоит, я бы его разменял, конечно. Занозу эту вытащить хочется. Угу. Так, значит. Можно перекрыть. Либо разменять сначала его. Да, разменяем, ладья c6 сыграем, мне меняться. Поэтому конь d4, наверное, здесь я должен сыграть. Либо слон d4, даже, кстати, такой есть ход. С таким неплохим конем я готов играть. Потому что два слона как здесь фланг расстреливают, мне хочется одного из них разменять. Так, разменяли слона. Ну и разноцветик покатаем. Ладья b6, наверное, тоже возможно, кстати, на пешку напали. Ну, чуть более рискованный ход, ладья b6. Сыграю я ладья c7. Ха, куда он подставил ладью? С кайфом, конечно. Просто с кайфом подставил ее. Давайте так сыграем. Пересел. Ну,
Ну, это уж мы как-нибудь выиграем. А, правда, сейчас пешку где-то зевну. Да, он мог слон b7 сыграть. Но там ладья c4 было бы, с другой стороны. Тоже ничего он особо не извлекал из этого. Сюда сыграем. Давайте короля активизируем, пока на d4 куда-нибудь. Пока нападем. Сюда встанем. Погнали вперед. Тут реализация несложная. Ладья слишком активная. Сейчас буду за пешками заходить. Обе не удержать. Тут 7, сюда. Ну, это конец. Думаю, сейчас дача последует. В кайф. Фух, ну да, хоть одну размочили. Может быть, на этой волне уверенности будем идти дальше. С большим энтузиазмом, с лучшими результатами.